Стой, Шархан. Стой, Шархан. хороший, стой. Шархан, жеребец Стой. Шархан. Мы только шею людям покажем и все, чтобы они понимали. Стой. Видали, какой Шархан? Стой, Шархан, стой, хороший. Стой, Шархан. Шею всегда Стой. держит высоко. От Стой, него мой могут красавец. быть очень хорошие жеребята, жеребец Шархан. Вот отсюда его сними. Это жеребец будущего. Здесь не махай, вот так вот подойди. Бочина, так на сам снимай. Видео. Стой. Шархан. Стой, хорош. Стой, мой мальчик, стой. Ох ты. Вот так он всегда, Олег. Вот на такой вот стойке он всегда, прикинь. Вообще да. Супер. Стой, стой, мой хороший. Стой, это племенной жеребец. Это жеребец будущего. Да, в своем поколении единственный. Единственной красоты. Молодец. Молодец. Хороший мой буйвол. Все с него, надо хороших кобыл ему подобрать. Ой, вообще, смотри, какие. Откуда эта машина? Космоногий. Космоногий, стой, да. Стой, мой хороший. Стой, космоногий, стой. А им же можно покрывать кобыл, да? Конечно, уже покрывать. Ну да, там, если кому надо, обращайтесь, за деньги покроем вам. Шархан. Сахар тоже любит. На. На, мой хороший, на. На, молодец, красавец. Жеребец Шархан. Я лично такого вижу вообще первый раз. Я не знаю. Страшно подходить к нему. Так я метр. Он на 0,40. Я 1,80 стою, 1,80 стою, чтобы его снять, мне надо руку вверх поднимать камеру. Шархан, молодец, мой хороший. Мой сюрприз хороший. Молодец. Ну нету, больше нету. Пойдем. Все, ребята. Кто хочет покрыть свою кобылу Шарханом, пишите, звоните. Через день. Через недельку мы вам выведем его на улицу. Просто сейчас ветер немного на улице. Покажем на улице. Все. Шарханище. Хорошего сегодня. Стой, хороший, стой. Пойдем. Пойдем, Олег. Сейчас минутку, до 3 минут домотаю. Вот это машина, жеребец будущего. Фу, монстр. Я от него отойти не могу. Все, до свидания.